Недавно в центре внимания снова оказалась война в Украине, почти ровно через год после ее начала. Мировые политики встретились на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы попытаться закрепить свою приверженность победе Украины и чтобы обсудить, как можно увеличить и ускорить получение Киевом помощи. Мой гость на этой неделе — украинский депутат Алексей Гончаренко, который неустанно боролся за то, чтобы Киев обеспечили международной поддержкой и более мощным вооружением. Я надеюсь, что решения будут приняты, и Украина получит все необходимое, и мы быстрее с этим покончим, потому что страдает весь мир, а не только Украина. Получил ли он то, зачем пришел? Алексей Гончаренко, добро пожаловать в Конфликт Зоун. Большое спасибо за приглашение. Вам дали много обещаний на Мюнхенской конференции по безопасности. Какими они были? Пообещали поставки вооружений и сказали, что будут поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Я понимаю важность этого сигнала, который дали все. Канцлер Шольц, президент Макрон, вице-президент Харрис, прежде всего Путину, что свободный мир готов к долгой борьбе. И это важно. Также важно объяснить людям свободного мира, что война может продлиться долго. Но для украинцев это звучит тревожно, потому что каждый день для нас очень болезненный. И мы не хотим долгой войны, мы хотим закончить ее быстро. И точно знаем, что нам это под силу. Поэтому я ценю это заявление поддерживать столько, сколько потребуется. Но надеюсь, что решения будут приняты, и Украина получит все, что ей нужно, и мы быстрее с этим покончим, потому что страдает весь мир, не только Украина. Скачок инфляции, продовольственный кризис, топливный кризис, кризис беженцев. Ситуация каждый день только ухудшается из-за происходящего в Украине. Одна из важных тем. Вы заметили какое-либо движение относительно красных линий по видам вооружения, которые предоставит вам Западный Альянс? Эти красные линии по поставкам вооружения, о которых вы много говорили в прошлом, сдвинулись ли они на этой конференции? Я вижу, что они определенно сдвигаются. Танки «Леопард», «Хаймарс» — все это выходило за рамки красных линий, когда мы говорили про гаубицы. Так и было, они сдвинулись очень далеко. Да, далеко сдвинулись. Но продвинулось ли дело на прошлой неделе? Продвинулось. В каком смысле? Риши Сунок в Мюнхене говорит, об оружии дальнего радиуса действия и это очень важно для нас. Наверное, самое важное на сегодняшний день. Также во время главной дискуссионной панели он ответил на мой вопрос о подготовке украинских пилотов, сказав, что они начинают этот процесс уже сейчас. Это очень важно. Потом у меня еще появилась возможность немного поговорить с ним наедине. Так что это хороший сигнал. Я вижу, что границы смещаются. Хотя некоторые красные линии все еще остаются в головах, а главная красная линия заключается в том, что хотя многие люди на Западе хотят, чтобы Украина выиграла войну, в то же время они боятся того, что Россия проиграет. Я хочу перейти к этому через минуту, но что именно было в вашем списке запросов, когда вы приехали сюда? Один из ваших коллег говорил о кассетных боеприпасах, но кассетные боеприпасы запрещены конвенцией, которую подписали более ста стран. Это то, чего вы хотели? Нет, самое главное было... Вы просили Запад о кассетных боеприпасах? А, да, мы просили об этом ранее. Соединенные Штаты Америки... Несмотря на конвенцию. Мы эту конвенцию не подписывали, так что мы ничего не нарушим. И у вас нет никаких сомнений насчет применения такого оружия? Его используют против нас каждый день. Значит, это нормально? Они убивают нас этим каждый день, поэтому у нас есть все права, моральное право тоже его применять, ведь мы обороняемся и используем это не так, как они против гражданского населения, а только против армии. Мы никогда не нападали на российские гражданские объекты, поэтому у нас есть все права на их использование. Мы не являемся подписантами, поэтому у нас есть на это юридическое право. А в Соединенных Штатах очень спорно эти вооружения, они очень неоднозначные. Знаете, мне кажется, когда вы это говорите, вы просто не понимаете, что каждый день украинцев убивают россияне на нашей собственной земле, в наших собственных домах, наших женщин и детей. Что в этом может быть спорного? Мы имеем полное моральное право защищаться любыми способами. Если на вас кто-то нападет на улице, если у вас под ногами будет лежать камень, схватите ли вы его, используете ли, чтобы спасти свою жизнь? Или о, это спорно использовать камень на улице. Я думаю, это абсурд говорить, что есть что-то спорное для Украины. Мы никого не обижаем. Мы ни на кого не нападаем. Нам не нужен ни один сантиметр чужой территории. Мы хотим только свое. Мы просто хотим жить со своими семьями на своей земле. А Россия совершает геноцид против украинцев на наших оккупированных территориях. Камала Харрис в своей речи в Мюнхене рассказала о тысячах украинских детей, которых отнимают у семей и отправляют в Россию, чтобы сделать из украинских детей русских. Какое военное преступление может быть ужаснее? Я уже не говорю о насильниках, убийцах и о том, что всем известно. Поэтому я не согласен с вами, что есть какие-то противоречия. Мы имеем юридическое и моральное право, но это не было самым важным в нашем списке пожеланий. Самым важным были ракеты дальнего действия «Атакамс», в первую очередь для «Хаймарс». И, и вы собираетесь их получить? Нет, у нас нет четкого обещания. Мы слышали, что идут обсуждения, но решения пока нет. About, about, как насчет great. истребителей? Что it's насчет great. них? Насчет истребителей, опять же, о поставке этой военной техники решения нет. Но есть решение начать обучение наших пилотов. Это первый и очень важный шаг, потому что без обучения западные истребители для нас это кусок металла на колесах. Поэтому нам нужны обученные люди, чтобы управлять ими. И этот процесс мы начинаем уже сейчас, так сказал британский премьер Риши Сунок в ответ на мой вопрос. Вы говорили о Западе и его преувеличенных страхах по поводу российской эскалации. Почему, на ваш взгляд, эти страхи преувеличены? Нет, дело не в российской эскалации. Есть страх, что поражение России на поле боя приведет к распаду Российской Федерации. И тогда возникнет много проблем. Почему это преувеличение? Это может привести к распаду? Может. И будут большие проблемы. Кто будет контролировать оружие массового поражения? Что будет в России? Может кровопролитие в Сибири? Что будет на Северном Кавказе? Но проблема в том, что сегодняшний вызов больше. Поэтому российская империя, живая российская империя, гораздо опаснее, чем то, что будет после распада. Да, после распада будет много проблем, но это лучше. Также и с Советским Союзом. Если бы у нас сегодня был Советский Союз, только представьте, что было бы. Это было бы не вторжение Путина в Украину, это было бы вторжение Путина в Польшу. Поэтому лучше, что Советского Союза больше не существует. Но были ли вызовы у распада Советского Союза 30 лет назад? Безусловно, были. Было и кровопролитие на Северном Кавказе, в Молдове, во многих местах. Запад также говорит об опасности ядерной эскалации со стороны России. Вы считаете, что это тоже преувеличение? Нет, я думаю, что это законное беспокойство. Но не украинцам, не нам с этим что-то делать. Какая разница, как быть убитым для украинца от пули российского солдата, от ядерной бомбы, от, я не знаю, химического оружия, от ракеты, упавшей нам на голову, или от иранского беспилотника? Для нас разницы нет, но мир должен остановить Путина, чтобы предотвратить это. И я вижу, что есть очень важные сигналы. Здесь в Мюнхене выступал Ван И, который является... Главный китайский эксперт по внешней политике. Да, безусловно, но он не просто эксперт, он главный... Он занимается политикой. Да, он занимается политикой, он член политбюро, а это важная позиция. И он четко сказал, никакого ядерного оружия, никакого химического или биологического это было очень важным сигналом в адрес России. Он сказал, что Китай выдвинет мирные предложения. Вас интересуют мирные предложения Китая? Конечно, почему бы и нет? Нам интересны все мирные предложения. Мы готовы к любым мирным переговорам. Но каков их предмет? Если речь идет о том, чтобы Россия ушла с украинской территории, то в таких переговорах мы очень заинтересованы и к ним более чем готовы. Если речь идет о каких-то уступках с украинской стороны, то это не те переговоры, которые нас интересуют. Потому что это будет означать, что международный порядок по-прежнему нарушается и разрушается, что международное право не соблюдается. Даже если один сантиметр украинской территории будет взят России, это будет означать, что страны могут перемещать границы с помощью физической силы. Это будет конец международного порядка, и на всей планете начнется кровопролитие. Давайте поговорим о ситуации на фронте в Украине. Есть крайняя необходимость ускорить поставки боеприпасов. Насколько сложна ситуация? It's very difficult. На восточном фронте очень тяжело. Россия просто не считает людей. Они посылают волну за волной, как пушечное мясо. У нас тоже есть потери, не такие большие, как у России. Это вообще несравнимо, но все равно для нас это очень болезненно. У России есть некоторые успехи, пусть они даже исчисляются метрами. И да, ситуация сложная, поэтому для нас очень важно ускорить поставки боеприпасов, оружия. Потому что когда мы слышим, что мы дадим вам Абрамс, но они будут в конце года, просто где мы, а где конец года? Так что дело не только в обещании дать их вам, а в способности Запада их предоставить? Совершенно верно. В этом как раз большая проблема. Весь мир в течение многих лет собирался здесь, в Мюнхене, для обеспечения безопасности и просто разговаривал. Европа демилитаризовалась. Демилитаризовалась? Демилитаризовалась. Если бы не вмешались Соединенные Штаты Америки, то где сейчас был бы Путин? Я имею в виду, насколько силен Бундесвер, насколько сильны армии, если для них проблема послать несколько десятков действующих боевых танков. То есть Европа обеспечила свою безопасность с помощью Соединенных Штатов. Но только представьте себе, что будет, если однажды Надеюсь, этот день никогда не наступит, если в США победят сторонники изоляционистской политики и скажут, что это не для нас. Генсек НАТО Ян Столтенберг сказал, что задержка с поставками некоторых видов боеприпасов возросла с 12 до 28 месяцев. Для вас это неприемлемо, не так ли? Абсолютно. Это... Это самое большое беспокойство на данный момент. Одно из самых больших. И знаете, я вот что не могу понять. Война, большая война идет в Европе уже год. Допустим, мы не будем касаться ошибок, которые были сделаны раньше. Я не говорю о том, что все было ясно уже с 2008 года, когда Путин начал войну в Грузии. Затем абсолютно ясно с 2014, когда он начал войну в Украине. Хорошо, я об этом даже не веду речь. Но почему за один год нельзя было расширить и организовать производство в больших количествах? Я не могу этого понять. Как вы знаете, на военной базе Рамштайн проходит встреча министров обороны. Да, контактная группа по обороне Украины. Украины с американской военной поддержкой. Мы называем ее форматом Рамштайн. Если вы возьмете страны Рамштайнского формата вместе, их ВВП составляет 50 триллионов долларов. И эти страны за год не могут организовать процесс производства боеприпасов. Господин Гончаренко, если вы действительно получите все необходимое быстро, то война, вы сказали, может закончиться в считанные месяцы. Да. Вы говорите об абсолютной победе на поле боя? Да. Вы действительно в это верите? Абсолютно. Я был в первый месяц после вторжения, я вступил в территориальную оборону и видел все своими глазами, когда мы защищали Киев. Если бы в марте прошлого года у нас были хаймарсы, гаубицы и все остальное, что мы получили в мае-июне, то в апреле мы бы все закончили. То же самое было летом до мобилизации в России. Потом то же самое было после того, как в России объявили мобилизацию. Но новые призывники все еще не прибыли. И все это время мы стараемся поспеть за Путиным. Поэтому урок — давайте сделаем шаг на опережение Путина, мы все закончим за месяц. Пентагоне, похоже, с вами в этом не согласны. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милл недавно заявил, что он по-прежнему считает, что война закончится так, что ни одна из сторон не достигнет своих военных целей. Безвыходная ситуация, не так ли? Just, was... Вы знаете, я всего месяц был солдатом территориальной обороны. И генерал Милли, уважаемый генерал, но... Он не прав? Да, я так думаю. Почему? Потому что год назад те же люди в Пентагоне говорили, что Украина падет, Киев возьмут за три дня. Они были правы или нет? Год назад они были неправы. Почему мы должны быть уверены, что они не ошибаются сегодня? Вы верите, что западное правительство поддержит любые требования, которые вы собираетесь выдвинуть для достижения мирного соглашения? Я доверяю нашим партнерам. Мы доверяем нашим партнерам и союзникам. Мы понимаем, что у них есть опасения, но нам нужно с этим работать. Но в целом, да, доверие между Украиной и Западом, свободным миром есть. Абсолютно. Заявили ли какие-либо страны, что они хотят иметь право голоса в мирных переговорах? Да, безусловно. Я думаю, поскольку эта война идет не только между Украиной и Россией, то это дело уже не только наших двух стран. У этого появился гораздо более широкий контекст. Чем больше стран сядут за стол переговоров, тем лучше абсолютно. Вас не беспокоит мировое общественное мнение? Говорю об усталости от войны за пределами Украины. Я спрашиваю потому, что мировое общественное мнение демонстрирует некоторые признаки усталости. По данным январского опроса компании Ipsos, в 28 странах 42% респондентов заявили, что проблема Украины — это не наше дело, и мы не должны вмешиваться. Это число выросло на 3% пункта с марта-апреля прошлого года. Вас это не беспокоит? Это меня беспокоит, но знаете, когда речь заходит об опросах, это лишь означает, что мы недостаточно работаем. Мы просто должны объяснить людям, почему это важно. Поэтому я так благодарен вам за то, что вы пригласили меня, чтобы объяснить им, что дело не в Украине и а России. Если Путина не остановить сейчас, он пойдет дальше, и тогда солдаты НАТО будут воевать уже на территории НАТО. Тираны подобны геополитическим маньякам. Они не могут остановиться, их можно только остановить. И если Путин добьется какого-то успеха, это будет сигналом для других диктаторов и тиранов в мире к нападению. И это может стать абсолютной катастрофой. И последнее, что я хочу напомнить всем нашим слушателям и зрителям. 30 лет назад Украина была первой страной в истории человечества, которая добровольно отказалась от ядерного оружия под гарантией Соединенных Штатов, Великобритании, и России. Но гарантии, которые в итоге ничего не значили. Совершенно верно, но скажите мне, что такое... Вас подвели. Подвели. Да, безусловно, но что будет означать для мира, если после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, наша территориальная целостность не будет восстановлена. Это будет означать только одно для всех стран мира. Вперед, ядерные державы. Вы должны стать такой державой, если хотите безопасности. Никто вам не поможет. Что это будет означать в будущем? Через 20-30 лет у нас будет ядерная война, либо в Южной Америке, либо в Азии, либо в Африке, либо в Европе. Так что эта война – решающий момент первой половины 21 века. Это то, что мы должны объяснить людям. И я верю, что эти 42%, о которых вы сказали, станут 32%, потом 22%. Вот над чем мы должны работать. Вы пытались после вторжения в Крым в 2014 году заинтересовать Запад этой темой, рассказать им, насколько это опасно, а рассказать им, что международный порядок подрывается. Вас никто не послушал, не так ли? Да. Расскажите мне о некоторых из этих разговоров. Я имею в виду, вы ездили в Совет Европы, ездили в Брюссель, говорили с американцами, никто не заинтересовался. Почему? Что они вам сказали? Они говорили, давайте не будем обострять, давайте найдем мирное решение, давайте поговорим с Россией, давайте лучше проведем переговоры и все такое прочее. Но вы видите, урок очевиден. Те же самые люди, с которыми вы разговариваете сегодня. Почти те же самые. Это демократические страны. Там нет Путина, который вечен. И это хорошо в демократиях, что политики меняются, а другие видят ошибки своих предшественников и не повторяют их. И это, я надеюсь, произойдет. Мы можем говорить о том, что что произошло в 2014 году. Мы можем говорить о том, что случилось в 2008 году, но на самом деле очень обидно, что даже после 2014 года Германия увеличивала свою зависимость от российского ископаемого топлива, когда было ясно, что Путин однажды использует его в качестве оружия. Почему? Это была большая ошибка, но нет смысла говорить об этом сейчас. Сейчас есть смысл говорить об уроках. Но только один урок. Если бы Запад действовал более согласованно и более жестко, как вы думаете, смогли бы они предотвратить эту войну? Абсолютно. Если бы Запад был шанс остановить это еще в 2014 году? Да, безусловно. Если бы Свободный мир остановил это в 2014 году, 2022 год никогда бы не наступил. Это я вам могу сказать абсолютно точно. Путин почувствовал свою безнаказанность. Почувствовал, что он может это сделать. Почувствовал себя воодушевленным и одобренным. Это была огромная ошибка. На ваш взгляд, повлияло ли это на страны Запада сегодня? Вы говорите, что политики сменяются, они остаются навсегда на своем посту. В демократических странах люди избираются и выбывают. Но нет ли у вас остаточного чувства, что Запад все еще может вас подвести? Нет. Я вам объясню, почему. Большие перемены произошли, не так ли? Это большая перемена. И почему, я объясню. Дело не в политиках дело в обществе. И когда, мне трудно говорить об этом без эмоций, когда миллионы украинцев, женщин и детей бежали из страны, миллионы поляков, немцев, румын открывали двери своих домов, чтобы принять людей, которых они никогда не видели в своей жизни. Это значит, что Запад жив. Это человечность на Западе. Идея такой цивилизации жива, и в этом ее сила. Политики могут совершать ошибки, но здесь действительно есть ценности. Речь идет не о потребительстве. Нет. Речь идет о гуманизме. И именно поэтому я верю в свободный мир. И у меня нет никакого остаточного чувства. Позвольте мне вернуть вас в 24 февраля, когда началось вторжение. Вы вступили в отряд гражданской обороны в Киеве. Да. У вас было оружие? Да. Вы были готовы его использовать? Да. Каков был моральный дух в тот день? Это был очень тяжелый день. Я надеюсь, он никогда не повторится в моей жизни. Мне позвонила жена, на часах было пять. Она была в Одессе с нашими детьми, я был в Киеве. Она позвонила мне и сказала, что слышала взрывы, что началось вторжение. Мы проголосовали в парламенте за военное положение. И тогда я понял, что у меня есть только два варианта. Первый ⁇ бежать из Киева. Второй вариант ⁇ взять оружие в руки. Вам было страшно? Да. Очень. Когда мы слушали прогнозы Запада, что Киев потерпит поражение через 3-4 дня, и я пришел защищать Киев, это означало, что, возможно, через 3-4 дня я буду мертв. Но это был, понимаете, выбор, который сделали сотни тысяч украинцев. Они сказали, мы не убежим. После того дня, что вы узнали о себе и о своей стране? что мы очень сильны, что у нас есть ценности, и что мы обязательно победим. Позволяете ли вы себе думать о том, как это снова жить в мирной стране? Позволяете ли вы себе думать об этом, когда война все еще бушует? Uh... Вы знаете, я могу вам ответить, у многих людей есть эти травмы, и мы все травмированы, все украинцы, безусловно, но вопрос в том, что нужно постоянно что-то делать. Был момент через месяц после начала вторжения, когда у меня был почти свободный день. И это был худший день за все время. Почему? Потому что все эти эмоции, образы, все эти мысли нахлынули на меня, и это было очень сложно. И я совсем не мог оставаться в своей квартире. Я вышел на улицу, несколько часов гулял, просто гулял. И это ответ. Все украинцы сегодня делали все возможное для победы. А когда ты работаешь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, у тебя нет времени подумать, пожалеть. А у нас нет времени даже выплакать свои слезы. Мы сделаем это позже. Когда в конце концов наступит мир, очень многих людей, которые были жизненно важны для вашего общества, уже не будет. Они ушли. Мы говорим о врачах, учителях, солдатах, да. полицейских, плотниках, сантехниках, электриках. Но мы говорим о лучших людях. Профессора отправляются на фронт и там и умирают. Это большая проблема. Но я считаю, что все это не лишено смысла. Я считаю, что да, мы платим огромную цену, но мы должны это сделать. Потому что сто лет назад Украина потеряла свою независимость России. И после этого Россия устроила геноцид украинцев. Голодомор. Потом ужасная Вторая мировая война. Голод. Голод. Я имею в виду, миллионы людей погибли. Поэтому, да, сегодня мы теряем тысячи, но мы теряем тысячи, чтобы не потерять миллионы. Вы много внимания уделяете послевоенному правосудию, трибуналам по военным преступлениям. Да. У вас действительно есть надежда, что вы сможете привлечь к ответственности или увидеть преследование россиян, совершивших военные преступления. В наши дни многим людям сходят с рук многие плохие, ужасные вещи. Какой смысл жить без надежды? Не только ради справедливости для Украины нужен этот трибунал. Он нужен для того, чтобы предотвратить подобные вещи в других частях планеты. Все должны знать и получить урок, что так поступать нельзя. Вот в чем цель, вот почему мы так настойчиво добиваемся этого. И вы думаете, что добьетесь результатов? Я в этом уверен. Я не знаю про самого Путина, будет ли ему вынесен приговор истории или трибуналом, но я уверен, что большая часть его окружения окажется на скамье подсудимых в судах, и они заплатят свою цену. Как вы знаете, президент Владимир Зеленский стал своего рода героем на Западе. В октябре вы сказали в интервью газете «Киев пост», что он достойно выполняет свои обязанности главнокомандующего. Но это не значит, что у вас нет к нему вопросов. Только то, что вопросы подождут до окончания войны. Именно так. Похоже, что как только пушки перестанут стрелять, в Украине снова начнется политика. Потому что у нас демократия. Политические баталии? Потому что у нас демократия, политические битвы, это, как показывает нам Россия, в демократических странах это единственный способ предотвратить физические реальные битвы на линии фронта. И вы готовы сразиться с ним, когда политика начнется снова? Конечно, я могу это повторить. Он с достоинством нес свои обязанности, и он великолепен, как главнокомандующий с 24 февраля. Но у меня много вопросов о том, как мы дошли до 24 февраля, как мы готовились к вторжению. И все эти вопросы я буду поднимать после нашей победы. Алексей Гончаренко, было приятно видеть вас в «Конфликт Зоун». Большое спасибо за приглашение.